Сотрудники дорожной милиции говорят, что нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения, как правило, влечет за собой тяжелые последствия. А на загородных дорогах обгон, судя по статистике аварийности, самый опасный вид маневра. На прошлой неделе в Солигорском районе проводили профилактическую акцию «Безопасный обгон». В дни ее проведения экипажи ГАИ дежурили на участках дорог, где стоят знаки, запрещающие обгон. Стоит сказать, что за 3 дня профилактического мероприятия было выявлено 15 водителей, проигнорировавших запрещающие знаки. Все они были привлечены к ответственности. В целом же с начала года на дорогах Солигорского района выявлено более 275 водителей, нарушивших правила обгона. Административная ответственность предусматривает санкции штрафа от 2 до 10 базовых с лишением водительского удостоверения до 1 года, либо без лишения. То есть к самым грубым нарушителям будут приниматься жесткие меры наказания, вплоть до лишения водительского удостоверения. Но на самом деле, когда водитель совершает такой необдуманный маневр, как обгон, там, где это запрещено, на кону стоит не водительское удостоверение, а человеческая жизнь. Подумайте об этом, прежде чем лихачить.